Отрицательные частицы не и ни. К отрицательным относятся частицы не и ни. Найдите их в этом четверостишии. Мы научимся частицы безошибочно писать, если будем не лениться и ни часу не терять. Частица не придает отрицательное значение всему предложению или отдельным его членам. Не бывать этому за лесом не большой, а маленький овраг. Предложение получает положительный смысл, если в нем две частицы «не», одна из которых стоит перед глаголом «мочь», а другая перед неопределенной формой глагола «я не мог не поехать». Частица «не» служит, первое, для выражения отрицания в предложениях без подлежащего. В этом случае частица «не» употребляется при существительном в родительном падеже. Например, кругом ни деревца, ни шагу назад. Второе. Для усиления отрицания, которое выражено частицей «не» или словом «нет». Например, не слышно ни звука, нет ни кустика. Третье. Для усиления утверждения после слов «кто», «что», «как», «куда» и тому подобное в зависимой части сложно подчиненного предложения. Например, «кто не взглянет на Машин рукоделие, всякий залюбуется». Куда ни поеду, всюду встречаю друзей.